Поднятие флага – действительно невероятное зрелище. Огромное полотно, переливающееся на солнце, просто завораживает. А при совместном исполнении украинского гимна бегут мурашки. Если вдруг такое пропустите, жалеть придется целый год. Размер флага выбран неспроста. 26 метров – 26 лет независимости Украине. Полотно традиционно несут волонтеры и все желающие. Интересно, что каждый год шьют новый флаг, а предыдущие разрезают на маленькие и дарят одесситам. Несмотря на то, что 23 августа – рабочий день, во флешмобе приняли участие сотни людей. Организаторы, волонтеры, общественные активисты и, конечно же, зрители. Одесситы – гости города. Кто-то из них – случайные прохожие, а кто-то пришел специально. Люди находят возможность прийти на 11-ю годину, разом підняти прапор. А ви бачите, що він вже настільки великий, що скоро треба буде збирати пів Одеси, щоб такий величезний прапор підняти. Заспівати разом гімн, урочисто відсвяткувати день прапора, щоб він лишився у кожного в серці, у кожного в душі, у кожного в спогадах, які кожна з цих людей пронесе протягом року, для того, щоб на наступний рік прийти знов. Ольга Тишевская родом из Донецка, в Одессе в гостях. Так совпало, что у ее отца сегодня день рождения. Но узнав о флаге на Потемкинской, не смогли не прийти. Признаются, восторг от такого зрелища просто непередаваемый. Важно сейчас чувствовать причастность к стране и к празднику национального флага. Это понимают и организаторы, так что к подготовке отнеслись очень ответственно. Так флаг шили самостоятельно. Делать это непросто, спасает многолетний опыт. Они даже складывают флаг таким образом, чтобы было удобно и быстро его развернуть. Единственная сложность, с которой иногда сталкиваются организаторы – поиск ткани. Мы просто едем на 7 километр, купуем синю и желтую тканину потребных нам відтінків. Це інколи незвичайна задача – знайти потрібні відтінки цієї тканини. І, власне, віддаємо його майстрині. Це мама одного з організаторів вишиванкового фестивалю. І вона приблизно за 3 дні зшиває повністю цей прапор. Флаг на Потемкинской лестнице разворачивают уже в 9-й раз, и традицию намерены соблюсти. Ведь такие акции не только помогают привить любовь к государственным символам, но и очень красивы.